Йошта. Йошта. Гибрид черной смородины и крыжовника. Посажен в 2014 году, сейчас 2015 май. Йошта. Шипов не имеет. Довольно мощный ягодный кустарник. Немножко он как бы позже распускается, чем, допустим, черная смородина. И даже позже, чем красная. В этом году, похоже, не будет цвести, потому что не вижу ни одной кисти цветочной. Немножко запаздывает он в своем развитии. Но, видимо, он просто более поздний ягодный кустарник, чем смородина или крыжовник. Посмотрим, как дальше будет развиваться.